Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Рустем Амангельды. Я живу и работаю в Казахстане. Имею опыт ведения бизнеса с 93 года. Дважды управлял тысячными коллективами. Это было непросто. Подвергался несправедливому уголовному преследованию, был осужден, отбыл более 5 лет лишения свободы. Если кого-то интересует этот момент моей биографии, то оставайтесь на канале, чтобы не пропустить, ведь чуть позже я сделаю по нему отдельный большой выпуск. Узнаете много интересного и нового. Я написал 2 книги, ссылки на которых вы увидите ниже в описании к каналу, а также множество обзорно-аналитических и несколько сатирических эссе, которые хотел бы обсудить с вами здесь, на этом канале. Изначально этот канал был создан как площадка для предвыборной агитации на выборах в Мажилис 2023 года. Все эти видео до сих пор есть на канале, ведь проблемы, которые мы в них обсуждали, никуда не делись и никуда не разрешились. Я продолжаю работать над этим каналом и буду выкладывать здесь свои авторские обзорно-аналитические сатирические материалы, а также сюжеты о том, что стоит по-настоящему поменять, если мы хотим сделать Казахстан действительно комфортной для проживания страной. Я стараюсь представить конструктивную оппозицию существующей системе государственного управления, не только критикуя ошибки, но и предлагай альтернативные решения. Вы можете поддержать меня лайком, репостом или идеей для нового выпуска. Для меня очень важно тесное взаимодействие с вами, с моей аудиторией. Приятного просмотра!